Поселок Сокол продолжает благоустраивать. Специалисты установили новые опоры линий электропередач. Это ветка аварийного подключения. В прошлом году сделали с северной стороны, в этом с южной. Что же даст поселку новая ЛЭП? Это получится, что поселок полностью закольцован. В случае какого-то отключения аварийного, либо пробоя в кабеле, можно будет очень быстро переключиться на аварийную линию ЛЭПа и как бы исключить продолжительную неподачу электроэнергии в дома. В прошлом году поселок включили в список населенных пунктов, которые подвержены опасности лесных пожаров. Поэтому требования по противопожарной безопасности особые. Для того, чтобы сохранить жизнь и имущество соколовцев, специалисты сделали особые минерализованные полосы. Ширина 6-10 метров. В связи с новыми нормативами мэрии города Магадана было принято решение о расширении существующих минерализованных полос до минерализованных разрывов. Это ширина 30-40 метров, что значительно снижает возможность перехода огня с лесных массивов в сторону поселка. За моей спиной вы видите, что ширина где-то 30-40 метров противопожарного разрыва. Работы выполнялись предприятием комбинат зеленого хозяйства практически все лето. В настоящее время продолжаются работы на западном и северном направлении.